Увы, причина конфликтов часто не в правовой плоскости, а в личностной. И когда затронуты какие-то внутренние обиды, эмоции, особенно это касается семейных споров. И, увы, с решением суда спор не разрешается, потому что есть еще стадия исполнения, а исполняется далеко не все. Мы специально выбрали время между праздниками, чтобы люди могли приехать заранее. Мы везем их на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Здесь будет зарядка прямо на берегу моря каждый день. Каждый день будут вечеринки рыбные и еще какие-то. Здесь будут участвовать ансамбли всех национальностей, которые живут в Анапе. Для того, чтобы люди увидели, что Анапа – это как пример дружных отношений между любыми национальностями. И что здесь есть море, солнце. Уже работают фонтаны, цветы, и мы делаем очень много анонсов на Фейсбуке и в других соцсетях, и люди, которые будут участвовать в конференции, уже буквально считают дни до приезда в Анапу.